Есть что сказать. Я начну с того, что я говорил, что у компании была болезнь роста некоторая. Вот. Плюс мы столкнулись с новыми вызовами, да, вот этими санкционными. И рано или поздно мы все равно хотели освежить свой коллектив, потому что для решения вот такого рода проблем и вызовов, с которыми мы сейчас столкнулись, нужны новые компетенции, значит, новые люди и так далее. Потому что обучать своих, ну, у нас нет столько времени. Да, и учиться самим у нас нет времени сейчас, нам нужно действовать. И рано или поздно все равно это случилось, да, мы на самом деле очень долго выбирали человека, и вот нам удалось это сделать. У нас теперь есть новый исполнительный директор. На самом деле у нас эта должность была и раньше, и в принципе мы всегда находили и генеральный директор, и исполнительный общий язык совершенно нормально. То, что касается компетенций, вот, чтобы наши люди не были в растерянности, на самом деле все банально просто. То есть у нас есть четкая структура управления, в которой за исполнительным директором закреплен, ну, большой там пул вопросов и ответственности, и зон ответственности. Вот. И также за генеральным директором тоже закреплен. Вот. Они на самом деле не особо пересекаются, потому что каждый решает свои задачи. Mm-hmm. Поэтому здесь никаких вопросов нет. Может быть, люди просто на местах это не понимают, как раз из-за того, что нам немножко не хватает культуры производства и наверное, культуры вот этой корпоративной, которую мы сейчас и будем совместно с пен-директором и прививать. То есть, чтобы связь от директора до рабочего была быстрой, с минимальным количеством переходов, переделов там и так далее. Да? И обратная связь тоже была быстрее. Вот. Еще раз скажу, что да, мы готовимся к переменам, у нас уже много и так их прошло. Мы их начали еще в прошлом году. Вот сейчас будем продолжать и оптимизации, и новый продукт какие-то, может быть, будем смотреть, и проекты будем делать на комбинате конкретные, вот, чтобы достичь каких-то целей, потому что нам есть с чем сравниться. Да? Мы себя сравним с другими предприятиями, и чтобы остаться на рынке в этих вот жестких, тяжелых условиях, которые сейчас, нужно просто не отстать от конкурентов. А чтобы отстать от конкурентов, надо, не знаю, к счастью или для многих, может, к сожалению, использовать их методы, да, которыми они работают. Mm-hmm. И вот мы этим и занимаемся сейчас. Будем использовать их методы. Вот. Раньше мы частично уже это делали, и ну, жизнь заставляет просто ускоряться. Если просто кто-то менялся там за несколько лет, то у нас с вами времени нет. Вот у нас задача в этом году изменить компанию, чтобы 24-й год зайти уже совершенно в другом качестве. Я думаю, вот так. Все, отлично.